Скорее всего, будем вставать вот на этом хабе. Если он поставит его, конечно. Метки, не вставай нигде, ждем хаб, ждем хаб. Блять, первый тайминг не проебал, походу. Там 7-8-7-8-8-6. Не встаем. Ждем хаб. Так, парни, сейчас, я надеюсь, третий поставит хаб. Вот здесь, на меточке движения. И оттуда встаем и идем на виньярд. Пытается. Да он хуесос тупорылый, блядь. Как тебе такой ответ? Логично. Там же... Мышка путешествует. О, блять, он научился хоп ставить нахуй. Первый миномет вкопали, дебилы, блять. Ебало жаба гадюку нахуй, это пиздец. Блять, вся команда лежит, ждет, они миномет вкапывают у ёбки. Сука. Короче, мы закрепляемся на Венярде. Как бы Ахенфам даже думать не надо. А чем мы закрепимся там? Соплянина? У нас ничего нету нахуй. Да, будем сопли свои закрепляться. Будем молиться, чтобы техника не приехала. Не, я сейчас буду строиться. А, еще первый же, блядь, теперь обосрал два триггера нахуй. Своим недохабом, блять. Да. Ну, не, по идее не. Рации-то поставить можно, так что пофиг. Нет, ничего ты там не поставишь нормального. А, сука, да, радиус. Ну, заебись. Так, какой-то там медик... Медик 7886, пожалуйста, давай на метку движения, все остальные в точку, на Венерд. Закрепляйтесь, ищите все места. Амидос, на метку движения. Там с тобой ролик посрём. Джибакер, Джибакер, двигай на метку движения, блядь.
я сейчас в триггер Виньярда зайду, и можете двигаться на хэмфарм. Все, передвигайтесь на хэмфарм по желанию. Север хорошо на предмет соплей и хабов. Где-то на севере выстроились, оттуда минометы бьют. Ищи, но они скорее всего на, блять, на чекпоинте поставили. Алик, ВДВ, ты меня слышишь? Братишка, там Кико, тебя отметили пункт противника. Сможешь пройтись, посмотреть, подтвердить? На юго-востоке. Где-то прямо около меня стреляет. Да, я вижу, как он расстреливает.
эти патроны. Мертвые. Ай, блядь, не обращайте внимания на мои запросы. Так, сейчас мертвые, вставайте, пожалуйста, на хабе F7. Кто там у меня? А, грибоец, дай, пожалуйста, на F7. Попробуем с тобой поехать сделать хуйни. Все, грибоед, воюй дальше. Я уже с вами. Грибоед, давай к нам, грибоед. Высаживаемся. Я ж тебе кричал, ты что, не слышал? Я слышал, а я вроде вам кричал, высаживаемся. Не, ты под конец только. Я не может чат попутал, но вроде кричал. Ты не спрыгнул. Держи, чё. В общем, как вы, блядь, помогали, занимаем оборону, как и я. Здесь северный хаб, не броняем его. Я вообще не покрылся.
нашел эти патроны, блядь, смогу в этом. Вот тоже до этого стоял в четырех стенах, блядь, и умираю от пули. Откуда, блядь, там появилось, блядь, помещение? Сейчас. Назначен новый командир! Беги ко мне. А, хорош. Ноги. Живой? Да, спасибо. Снайпер не работает. Да я сейчас его подниму. Сейчас залечусь сам. Взял его. Шифтред, что ты пытаешься делать? Ребят, закидываем прям дымы, у кого сколько есть вперед, это вообще не пройти.
Ёлки, Серёна, кстати, тебя подними его. Есть чем поднять? Бегут уже на Вайнгерд с юга. Пока одного видел. Как-то пройти надо, блин. У тебя еще впереди лежит, блин. Там вставать и... Тох, не вставай! Ну, пока здесь всего один залетный. Мои хаб сняли на юге. Поэтому я думаю, сейчас... Ставят 600 стройки здесь же. 10-й. А ты его, блядь, что ты хочешь? На хаб. Чего вы там все делаете? Нет, кто там еще? Вилли, Райц. Разворачивайтесь на 180 обратно. Вон, видите, как он герой правильно говорит? Я с ним абсолютно согласен. Я буду вас нахуй кикать и будете, блядь, с китами рекрутов. Нихуя непонятно. Говорю, что делать, ребята, сказали, я пошел. Вайнъярд зачищать сказали. Я вот только зашел, вот сейчас зашел. Все, ребят, окей. Без проблем. Висит там на заборе, чё ты? Если вы думаете, что здесь на Венерде вам не хватит противников, вы очень сильно ошибаетесь. Сквад прошел к западу от Венерда, вплотную с забором. Запад Венерда, вплотную с забором сквад. Матери других сквадных. Да ты думаешь, нет, нет? Я уже... Я прям в хабе, рядом с хабом умер. Можете мне кто-нибудь резнуть, пожалуйста? Поставь метку у хаба. Ну, у нас в хабе он умер. А. Генеральный курорт. Ребят, если тебе не понравилось,
командир, ралли командир, ралли куратив. Где там? Я понял, Алик, ВДВ, подойди, пожалуйста, ко мне. Нет движения, Алик. Ребят, прям в хабе тут всех убивает кто-то. Не, парни, без ралика. Противник рядом. Бля, Алик, это я тебя заебал, шо? Я его... Боже, какой странный раунд. Просто по мне бегает миллион... По мне бегает миллион синяков, и никто не может реснуть. Потому что там это, под атакой хаб. Там не до реса. Рацию копают, попробуйте. О, это GG. Взять саплю и поставить на арчер. Ничего не надо ставить, 30 тикетов. Если мы пробьем виньярд, мы проиграли. Мы проиграли. Там хемфарм наши пробили в это время. Ничего они там не пробили. Только одно. Ха-ха. Да, нас тут слишком мало было. Мне, блядь, ринулись человек 20, наверное. Еще да. С юга что-то стояло у них. Там еще. Ой, блядь. Толик.